Через нашу службу можно оформить рождение по уходу от 0 до 1,5, если вы не работаете. Детское пособие, список документов я сейчас вам выбью. Юлия Дыгова готовится стать мамой. В «Мои документы» девушка пришла за консультацией. Ее интересуют услуги социальной защиты населения. В роли заявителя она не в первый раз. Обращаться приходилось и раньше. Оценку качества обслуживания Юлия дает, не задумываясь. Мне очень нравится. Здесь все новые офисы, вежливые сотрудники. Чисто, быстро. Обслуживание шикарное. Несмотря на популярность этого супермаркета, работающего по принципу одного окна, здесь нет очередей. 12 окон, более 300 услуг. На каждом рабочем месте установлена камера, которая снимает весь рабочий день сотрудника. То есть, если возникнет какая-то конфликтная ситуация, всегда можно будет просмотреть, потому что запись камер хранится. Соцзащита, миграционная, налоговая, кадастровая служба, Росреестр, пенсионный фонд. Более 300 услуг, не выходя из здания, в 160 квадратных метров. Раньше о таком сервисе можно было только мечтать. Елена Логинова, Михаил Жилкин, «Липецкое время».